вас, мои дорогие подписчики и тех, кто случайно нашел мое видео в YouTube. На моей гитаре стоят немецкие струны John Hopp. Это концертные струны высокого качества, предназначенные для профессиональных музыкантов. В этом видео я хочу предложить для вас разбор вступления к песне, которую я, например, считаю новогодней, потому что она из фильма, который показывают каждый год в нашей стране перед этим праздником, перед Новым годом, либо в сам Новый год. В общем, я сейчас уже не помню, как там она происходит. Вот. Эта песня «Я спросил у Ясени», по-моему, так она называется. Неважно, вы все ее прекрасно знаете. Значит, играется она в тональности ре минор. Вот. Там есть вступление. Я хочу предложить один из вариантов этого вступления, причем он практически звучит так же, как оригинал. Итак, давайте начнем. Без баре нам здесь не обойтись. Мы зажимаем указательным пальцем все струны на третьем ладу. Потом пятая струна на пятом ладу. И мизинцем нам нужно зажать вторую на шестом. И в правой руке мы сыграем что это будет щипок, но вообще поочередно. Шестая, четвертая, третья, вторая, потом четвертая, потом третья со второй и опять четвертая. Будет вот первая фраза такая. Дальше немножечко изменим аккорд. Указательный палец на третьем у нас остается, пятую струну, которая была на пятом, мы перекидываем этот палец, третий, на четвертую, на пятом. А мизинец нам нужно будет тоже перекинуть по второй струне, то есть не перекинуть, а сдвинуть с шестого лада на пятый. И здесь получается аккорд С7. Баре на третьем и четвертый со второй на пятом. Здесь мы тоже сыграем пятую, четвертую, третью, вторую. Таким вот перекатом. Потом четвертую. Потом мы отпустим, значит, мизинец. Сыграем третью и вторую одновременно. И опять четвертую. Пальцем. Вот у нас уже получилось две фразки. Повторим их. Еще разок медленно. Дальше у нас идет аккорд Fa major. Это будет вторая на первом, третья на втором. И четвертый на третьем. Вот такой аккорд. Здесь мы тоже сыграем четвертую, третью, вторую, первую. Потом третью. Вторую, третью. Чтобы не играть вот такой вот метелочкой, как я это называю, вы можете просто щипком все это играть. Вторая на первом, третья с первой на втором. То есть перед этим F major мы сыграли. И здесь на этом D четвертая со второй. Четвертая со второй, третья. Первая, третья. Четыре, два, три, один, три.
пары на третьем ладу и четвертую на пятом. Получается вот такой аккорд. В правой руке мы сыграем шестую, четвертую, два раза третью за второй, потом третью поджимаем мизинцем на пятом, четвертую, которая тоже на пятом, отсыпаем третью и играем четвертую. И далее я вам предлагаю сыграть барре на пятом ладу указательным пальцем. Далее пятая, четвертая на седьмом и третья на шестом. И здесь вы можете сыграть шестую, четвертую, третью. Все, вот такое вступление. Еще разок сыграем его медленно. Исходя из того, что тональность ре минор, без барре нам никак не обойтись. Ну, аккорды к самой песне я покажу в следующем видео. Тренируйтесь, и у вас все получится.